Спасите наш дом. Памятник архитектуры на Софиевской, 15, уже не первый год разваливается на глазах. Однако городская власть только усугубляет ситуацию. Художник Станислав Украинцев не только организовал выставку возле дома, чтобы привлечь внимание к проблеме, но и обозначил красными лентами те места на фасаде, которые изуродовали коммунальщики. Ну а официальные запросы в нынешнюю мэрию никогда не давали результата. Переписка с властями 17 лет. Власти ничего не делают. И мне не нужно ничего говорить, потому что это видно. Посмотрите, дом вообще без лепки, с голыми штырями. Мы писали, во все инстанции обращались, ничего не происходит. Сегодняшний проект называется «Духи дома». И этой выставкой, этой акцией я хочу привлечь внимание общественности. Выставка получила название «Духи дома». На экстравагантных картинах изображены различные персонажи, которые у автора ассоциируются с этим домом. Это символично, поскольку здесь жило много людей. И, естественно, их духи никуда не ушли. Через дорогу жил Врубель 5 лет. В нашем училище было Айвазовские. Здесь ходили легенды, здесь ходили известные люди. И мы должны сохранять и оберегать культурное наследие. На посетителей импровизированной выставки смотрят и кофейный человек, и демонические сирены, и дама с жемчужным ожерельем. Но нашу съемочную группу больше всего впечатлил черный кот. Ученый-кот с трубкой Шерлока Холмса – один из духов этого дома. По словам автора, духи чувствуют отношение городской власти как к самому дому, так и к одесской архитектуре в целом. И навряд ли этот черный кот испытывает большой пиетет по отношению как к мэру, так и к коммунальным службам. Константин Гречан и Владимир Ивжич, телеканал «Репортер».